Ну а дрова-то вы как пилили? Вам платили за это? Ну, в школу готовили дрова-то. За дрова платили. За это? Ну. За заготовку дров. Ну. А кто дрова-то принимал? Учитель ходил. Я тут у нас, когда начальная школа-то была, два учителя всего было. Ты в Бергамайке, да, когда. Учился. Выходит, для того, чтобы школа отапливалась, раньше надо было самим родителям заготавливать дрова. Ага. То есть, если один ребенок, 10 кубов, да? Ну. Если два ребенка, 20 кубов. Ну. А если. Два ученика. Ну. Два ученика. Если 5 детей, 50 кубов. Ну, сколько напилит, потом нанимат. Так надо было распилить и расколоть. Ну. И скласть. 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 Поленницу. Ну. Поленницу скласть. А тут-то начальный класс-то ездили. Тут родители, мама с папой. Так а выходит государство тогда, оно как бы. Вот этих обязанностей у государства как такового не было. Нет. Чтобы, ну, обеспечивать тепло школы. Здесь, Варя, в 70-м году, как эту школу построили, отопление сделали, тогда только перестали углем топить, стали и не стали дрова готовить. А так колхозники готовили? Так колхозники. А если человек прогулял, допустим, какой-то мужчина там недобросовестный, не заготовил дров, как тогда? Ну что, Вова, тогда не было, тогда по деревне. Это сейчас не хуже. Будет валяться пьяный в грязи, ему памятник поставить. А кто робит, тот гад. Не хуже. А тогда-то было, боже мой, да кого совсем не так. Председатель колхоза как выходил из этого? У него же тоже дети были? Ну, пилил тоже. Сам пилил? Ну, тут уже я, Вова, те раза тебе не скажу. А в Бергамайке, когда мы учились, там уже дружбы появились, и они пилили сами. Иваненко был, Глушков. Так они хоть научили пилить людей дружбой, а тот кряж упадет, и он как на перелом его. Ага. А он пилит до тех пор, пока, допустим, эту дружбу не зажмет. Угу. А те-то уже или видали где, или что, снизу раз, и не хуже, полено подпилит. Кряж, когда вот так лежит, понял? Ну. Ага. Так они раз так подпилит. Ага. Ну и тогда и это. Потом появилось в Бергамаке, когда углем начали топить, это школа, Валя. Вот эти, там же интернат, школа, они же отапливались дровами, тетрамарки стояли. Да, а там построили школу большую такую, она от угля стала отапливаться. Я как сейчас гляжу, кочегаром там был. Мужичонка, у него было 8 ребятишек и все девки. Ему надо было 80 кубов тогда готовить. Ну, он кочегаром был, тогда кочегарку построили такую, углем он топил, он один все. Ага. Вот я хорошо помню. Так а это технички, что они, дрова сами топили или кто был кочегар? Нет, когда катрамарки-то были, они сами. Технички топили? Да, топят вечером, натопят. Все, честь по чести, в интернате, а у нас в интернате большой интернат был, а директор была Анфиса Захаровна, она жила в центре, а он-то был как на кордон туда, где сейчас этот Романько на том месте и дом стоит его. И вот она каждый вечер приходила, придет, ага, проведать, придет, а сама носом, не угар, ну тоже ответственность была, угара нету, нет, чтобы не закрыли, знаешь. Перед саньем, как спать, она всегда приходила. Про этот пройдет, тогда уж уходит. Все спать и улягутся. И она пошла домой. Ну, ответственность была, боже мой. Тоже была директор. А воспитательница у нас там была Анна Николаевна Куликаева. Ну, действительно, педагог был. Ой-ой-ой. Вообще молодец. Молодец была. Анна Николаевна. А там два интерната было. А один интернат был в Бергамаке, вот большой, а второй маленький, где родился Ульянов там. Угу. Вот я первый год там жил.
тем в интернате маленьким, там было 12 человек всего, а воспитателем была Галина Ивановна Мельникова. А еще не хуже, а я в тот все, неохота было там как-то, знаешь что, танцами учила, эстетики учила Анна Николаевна. Ну, потанцевал там, допустим, где девушку взял, и опять туда же увел, допустим, незнакомый или как что, как подходить, как это. Ну, молодец была. Сейчас не учат такого. Не знаю, Вова, но тогда вот это Анна Николаевна учила нас с концертами. Воспитатель была. Ну. Настоящая, действительно воспитывала. Дома когда бы его воспитывать? Ну. Там воспитывали. Полтретьего придешь со школы, поешь в интернат, а полчетвертого уже надо садиться за уроки делать. Уроки сделаешь, и это, до полшестого был режим. А в пять какая-нибудь секция, там надо уже полпятого идти в школу туда. Ну, секция какая по физкультуре там вел тогда, вот я учился тогда, был Варис Вячеслав Тимофеевич. Я как сейчас потом в Муромце жил, Советская 41, сейчас там его лето, он там жил, фотографии. А он потом на юг уехал куда-то туда, тоже, ну, хороший учитель был. Второй разряд его был по лыжам, в баскетбол он хорошо играл, в волейбол, ага, молодец был. И вот надо на секцию идти было, никак на секцию чтобы уроки не делал. Ну, там надо же сидеть. Быстро сделал там, что, я как-то не знаю, ну как-то это. И там у нас было что, каждый ученик отвечал за свой урок. Вот, допустим, у меня была алгебра, я должен по алгебре у всех принять, понял, и отметки поставить вечером тут. А кто-то по географии, кто-то по этому, вот, знаешь, так, все было распределено. Готовность. Ну, вроде как это. Политинформация была у нас там. Это сегодня ты, завтра другой готовил. Или по очереди. По очереди, по-моему, в пятницу была. Ага. А вечером она, Анна Николаевна, я как сейчас гляжу, у нас такой большой стол был там в столовой. Ну и сядем все, она нам книгу читала. Не мы читали, она нам читала. Ой, молодец была женщина, царство небесное. Ну, я так это, она сама где-то с Европы была, и после у ей двое ребятишек было, Надежда, Вовка был, он был с 54-го года, с Уфимом Вовкой, одногод, они все вместе в школе учились, и Надежда, та помене была, вот Надежда потом замуж вышла, и где-то там под Омским жила, за инженера. Он здесь был, они потом туда уехали, жили. А Вовку я так не могу найти ни в интернете, ни так. Это где как. У Суфимова найду, открою, в друзьях вроде должен быть, а нет, нету его. Ну. А муж-то был у ней, заведующий почтой. Куликаев Василий Алексеевич. А потом он был в колхозе экономистом. Ну, мужик такой был хороший. Чего греха таить. Хороший. Ну, тогда же еще не ругались друг с другом. Ну, попробуй это, знаешь, что не хуже. Ты чё? Ну, надо же было и сено готовить, да, и дрова, и все делать. Да. Если поругались, да, тут же мириться. Да. То, ну, приходилось все равно же идти работать совместно. После работать. После армии, вот где мы сено-то, здесь на Павла Назаровича Малапи косим, а здесь-то это, к пшенице-то. А тут дорога живого была, ага. И там за березами. И вот мы едем с покосов, 3 часа откосились, отметались, ага, на машине. На коне ехали, ну мы-то, это, я уже забыл, как ехали. Но суть дела, там мечет Сашка Горбанин, без рукой. Ну, что он с протезом там? Ага. Ну, мы и остановились. Сережка, я тут это раз-раз, отец быстро закидали ему. То
есть человек без руки тоже готовился? Ну а как? Он все потом всю жизнь вспоминал, пока не помнил все. Спасибо, спасибо. Тогда почему-то, Валя, это жарко было. Сейчас жарко. Покос, я как сейчас гляжу весь, ага. Ну, молодые. Не хуже раз по-быстренькому. Закидали устал, мы, поехали. Посидел, отдохнул, восстановился. Ну? Ну? Несчастный. Как-то что, не приходилось ругаться? Волей-неволей. Ну, если... То есть, это как... Зла на сердце не держали. Мы стены косили. Вот смотри, сколько у вас... Вот уже мы с тобой жили. Ну, ну. Это, считай, уже 70... Какие года пошли? 74-й да. год, Валя. И слушай, косили. Дядя Стася ну? с вами был. Ну? Ларька? Ларька был. Ну? Вот этот... Ну, мы... Юрий. Вот. Тоже ну? это самое... Фомин. Пою. Ну, Фомин. Приезжал. Он насколько надо было ну? наготовить? Руками а косили. А косили руками. Ой, и кидали их все руками, вилами. Никаких грабил не коп было. Коп навозили. Али плохо это, чтобы коп навозить. С берез сделали волокушу. Но волокушу навозят. Потом сюда подвезут с волокушу. Mm-hmm. Ой, кидали. Я помню, вот вы дети, ну? Дядя с вами. Ну? Потом, может быть, уже подросли. Вот это, на технике начали, Валя. Тогда техника вот я да. на кране, на машине волокушу таскал, березу. Ну, я, тогда полегче я было. На ней ездил, ну, полегче вершил. Было тогда. Ну, было. Колокуша это была. А так надо было сено метать, другие работы делать сезонные. Из-за этого все равно приходилось людям идти на компромиссы, кто-то да, что-то да. и. Ну и по праздникам гуляли вместе, отмечали. Ну, вместе, само собой. Праздники все такие, да. Ну у нас был. Раньше вечера. Ну, были все. Съезжий праздник у нас, я как сейчас гляжу, Рождество. 6-го, глядишь, едут в Бергамак, тогда на конях ездили. Это я помню, когда уж у них уже это до армии. Потом-то уж машины появились, как-то, значит, и на конях ездили. Ну, тогда помню, из Иртыша ездил. Ой. Престольный праздник. Престольный. 6-го, следующий день, ну. 6 января, ну. съезжались, все. Гуляли, 7-го похмелялись, 8-го уж не хуже ехали, после обеда домой поехали. Вот жизнь была. На конях, коней ну. распрягают, ну. стайку ставят. Все. Поить мы ходили, водили и кормили. Нас обед не было. Кони-то были колхозные? Ну, приезжали, само собой. Ну, видать, тогда выходит... в личном хозяйстве коней почти не было. Вообще нет, не было. Нет. Почему не было? Не разрешали. Запрещали? Не разрешали? Ну, потом вроде разрешали татарам вас держать. А нам нет. Вот тут уж коней начали держать. Когда отец на пенсию пошел, разрешили. Вроде. Отец поехал, Муромцы коня купил. А тогда, если надо было тебе, допустим, кто не работал, кто работал на коне, естественно, они пользовались там. А у кого не было возможности такой, кто был подальше, записывались на очередь там у конюха, наверное, у кого. Бригадира? Бригадира. Ну, а он вот, распоряжение давал. Да, он давал распоряжение с конюху. С это. Ну, на конный. Да? Ну. С общего этого табуна кому-то коней. Вот этому надо, этому надо. Что-то. Может, за дровами же ну, ездили. Ну. За сеном ли. Ну. А сено тоже возили на конях. Валя, не говори. Ну. Не, ничего. Я помню картошку. Просто кладут бастрык, помнишь, бастрыком этой веревкой перевяжут, чтобы не разваливалось, придавить. И везут. Ну, отец вот скотником был, они вот собирались там трое или четверо, все не поедут, тебе привезут. Ну, чтобы допустим. Стоп не залетал, какой стажок там, чтобы вот снегом не сметал, сначала, траву привезти. Ну, потом другого мы вот так по кругу возили. А
Валя, картошку-то тогда тоже не хуже, целых проблем было. Паша Куликов был, а он был у скотником, у поярок. Ну и Паша картошку привезти, а он вот так, бутылька, калим, вот так бьет себе, ага, подъедет на коне, а в мешке ему на грудь, а он нет, он только вожжи держал. На грудь все, он опять к дому подъедет, выгрузит, вот, нальют ему там. Тоже был мужичонка хороший. Калиб, бутылка. Ну, молодой что-то. Ну, с 50-го года он был. Ой, давно. Ну, молодой тогда. Ой, проблем. А тогда-то уже потом было как. Оттепель пошла, когда. Это маленький трактор появился в колхозе. Т-20. Потом Т-16. Так это у бригадира был. Так вот, комбайнеры когда были на комбайне, тогда помощники там оставались, а он уж и едет часам 6 домой картошку привезти. Привезет и опять туда едет, а там уж помощник за его вкалывает. Да что там вкалывает-то она? Веселье было все. Все в игрушку было. Я сейчас вспоминаешь уже там. Ну. Время, может быть, и, да, молодой был, не приставал, уставал, ну, тут же восстановился и пошел, ну, вечером в клуб еще. Ну ты че, ты че, как без клуба, боже мой. Кино, кино. Посевна была, но это уборка уже темно, а посевна тогда же светло еще было. Некоторый раз приедешь, так все, вот везешь, я шофером был, к клубу, все как черти грязные. Клубу, в волейбол играть. Ага. А тут, или домой пойдешь переодеваться, то ни в волейбол не поиграешь и в кино не успеешь. Так это, ага, в волейбол играешь, а тогда еще, я как сейчас гляжу, звонок там был, позвенит, все в клуб бегут. С клуба опять не хуже, надо в бане мыться в 12 часов. Ты ба! Нет, а в клуб обязательно. Как ты, молодой? Как черти ходили. Интересно. Все в клуб. Да. Да, площадка волейбольная где была. Но против клуба здесь, клуб был этот, Валя, когда деревянный. Он притык к школе был, вот к этой. Он на карточке где-то есть там, как в школе он притык был. Клуб. Тогда уже 8-летняя школа, Валя, была. Мы уже тоже, ты же здесь учил уже. Молоденькая была такая, помню. Потом познались мы как-то. Не хочет. Те разы Маша маленькая была, Миша маленький был. А я все им рассказывал. Да я на самолете летал. В армии прилечу сюда по этим, а бабушке филоход на самолете, вот она. Дед Петь, прокати меня на самолете. А не правда, папа? Ой, потеха одна. На машине, я говорю, тоже любил кататься. Все, прокати на машине меня. И всему верили. Так, сиди, не сиди, Валя. Пойду дергать я. А начинать надо. Ну, не хуже этого мужика-то. Ага. Сиди, говорит, не сиди.